одно. Многое зависит. Очень неправильно поступать в отношении к тем, кто рядом. Потом, Валерий Васильевич, посмотрите приблизительно, у вас же есть понимание, какие микрорайоны больше всего включают в себя тех людей, кто приехал. Вы же понимаете, о чем речь идет. Может быть, какие-то выездные посты поставить, сегодня чтобы будет программа, Вячеслав Ильич, буквально с сегодняшнего дня, возможно, да? Нам МВД России уже будет давать конкретные данные, мы за сутки будем иметь, кто люди наши вернулись для гранкомандировки. Поэтому это непростая история, а вы совершенно правильно говорите, это зависит от каждого человека. Ты приехал, поставь в известность, что ты вернулся, и пройди сегодня медосмотр. Если необходимость будет карантина, значит тебе специалист укажет на карантин. Потом, Валерий, вопросы надо все равно заводить, то есть сведения жить. Потому что получается, вот человек, который приехал, уже в известном поселке жить. Поселок достаточно находящийся над шейкой города. Надо просто лучше сказать об этом, и люди будут понимать. Нет, по телевидению, Вячеслав, строчка идет 324, все средства массовой информации об этом только сегодня говорят, но наша авось пронесет, авось не заметит, а когда уже вызов пошел по здоровью, тогда бегут. Понимаете, здесь нельзя этим пренебрегать, потому что это по отношению прежде всего к своей семье, а потом уже к окружающим. Семье, к окружающим, детям. Абсолютно. Да. Поэтому здесь правильно. Задача сегодня поставлена советом, госсоветом, рабочей группам, губернатором. Именно вот это цель номер один. Идентифицировать все, кто вернулся сегодня с командировки. Кто находится в данный момент в командировке. Мы должны это знать в реальном времени. Другого ничего нет. Учитывая, что инфекция передается воздушно-капельным путем, если мы стоим с вами нос-нос и чихаете, понятно, что это чревато. Но в первую очередь это гигиена. Гигиена связана с тем, что больной человек, если он руки свои орошает, а дальше уже оставляет следы на поручнях, на ручках и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, здесь очень много от этого. А что касается обеспечения масками и многим другим, конечно, надо заниматься этим. Но еще раз подчеркну, здесь очень многое зависит от нас, от того, как мы в том числе организуем работу. Там, где можно, на удаленный доступ. Там, где места скопления, постараться сделать так, чтобы не было много людей, тем более незнакомых, кто мог приехать. Вот сейчас у нас вся проблема связана с тем, кто приезжает, но при этом не проходит карантин, ведет себя еще как-то вот с напускной такой храбростью. Меня не касается. Вас не касается, а проблемы-то они дальше возникают.